Всем доброго дня, вы на канале «Мы из Эстонии». Я нахожусь в Ивангороде. Сегодня ночью при парковных машинах порезали колеса. 28 автомобилей пострадали. Вот как вы видите, колеса на машинах порезаны, шины спущены. Просто водитель еще не пришел, не знает об этом. Идем дальше. Вот следующая машина тоже. Заднее колесо порезано, переднее колесо порезано. Здесь тоже оба колеса меняют. Следующая машина тоже оба колеса порезаны. Красненькой машине повезло больше. Колеса целые. Форд колеса порезаны. Сиат колеса порезаны. Volkswagen Passat на эстонских номерах колеса порезаны. Ford колеса порезаны. Mercedes на эстонских номерах колеса порезаны. Ford на эстонских номерах колеса порезаны. BMW не тронули, или она приехала позже. Так, Chevrolet Lumina, оба колеса порезаны. Nissan, эстонские номера, колеса порезаны. Honda эстонская, колеса порезаны. Ford, колеса порезаны, оба передние, задние. Mercedes, эстонские номера, оба колеса порезаны. На российских номерах колеса порезаны. Honda на эстонских номерах колеса порезаны. Так, эстонский у нас это что? Voyager, колеса порезаны. Эстонский Opel, колеса порезаны. Эстонская Toyota. Так, итого. Так, эстонская машина. Эстонская. Я даже не знаю, что это такое. Шелли. Колеса порезаны. Российская, то есть. Российская машина Nissan. Колеса порезаны. Эстонский Ford Galaxy. Колеса порезаны. Эстонская Kia, колеса порезаны. Итого 28 автомобилей. Автобус все порезали. Если не сильно, смотри, там камеру даже смотри, нормально. Вот у меня летом. Ага, вот там стояло, пробили. Делается все. Вот, раз, два, три. А, то есть внутри заплатку, да, поставили? Да, да. Ну вот колеса порезаны, это видно. Вот. Видно, видно. С чем-то, я не знаю, с чем можно ножом таким тонким. И в нескольких местах, да, порезано? Да, да. Да тут одно предположение, стояночники. Да, да. Вон этот, кстати, можешь им, им город делать. Обещал поставить везде знаки, а город поставил только там. У кого есть запаски, меняет, но у всех порезаны по два колеса. Сегодня будет, наверное, рыбный день у компании, которая занимается шиномонтажом, так как придется всем машинам ехать на шиномонтаж. Еще один водитель подошел, сказал, что у него сегодня ночью разбили стекло на машине. Так что явно здесь кто-то работает почему-то заказу. Все эти напасти на автолюбителей начались после того, как открылась стоянка вот в этом месте. До этого все вроде было спокойно, но теперь то стекла бьют, то колеса режут. Непонятно, то ли это совпадение, то ли это чей-то заказ. Ну, время покажет. Может быть, кто-то решил очистить таким образом дорогу, которая идет на таможню, на пешеходную. Вот так, с вами были мы из Эстонии, Ивангород. Всем удачи и пока, не оставляйте машины. Не оставляйте машины перед границей.
Потому что здесь ночью может с ней случиться все что угодно. Всем пока. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Удачи!